Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город». Вы смотрите информационную программу «7 минут». Сегодня у нас в гостях политолог Александр Семенов. Александр, здравствуйте. Добрый день. Первый раз мы с вами в наступившем году встречаемся. Поговорить есть о чем. Тем очень много, естественно. Но, как всегда, жизнь кипит, бурлит. От возвращения зимнего времени до там амнистии президентской. Но сегодня не об этом. Давайте так. Существует мнение, как раньше, помните, говорили, есть мнение, да? Есть мнение, да. Все подчинялось этому, вот этого слова. Так вот, существует мнение в нашем, так сказать, демократическом, рязанском, даже я сказал, обществе, что мы с вами обсуждаем только те темы, которые, ну, заранее кем-то и как-то утверждены и каким-то образом курируются. Да. О том, что можно, о том, что нельзя, мы с вами не говорим. Я предлагаю сегодняшний наш разговор, вот эти вот ближайшие минуты, посвятить как раз той теме, о которой сейчас практически никто не говорит, обозначили ее, да, но практически никто об этом сейчас не говорит, не комментирует ни оппозиция, ни официальная власть. Это вот о той самой графе в избирательных бюллетенях против всех. Да. Было сказано, что она есть. Согласны? Да. Но как-то вот, а к чему это приведет, как это будет, ну, никто как-то, ну, времени пришло. Давайте мы начнем. Ну, почему бы федеральным, что... так сказать, информационным потоком не начинаться у нас здесь в Рязани? Ну, да, тут вот есть такое мнение, да, что мы что-то обсуждаем такое, нам задают откуда-то сверху, то есть такой какой-то... Вот эта очень, тема как раз, да, вот очень против бытовое, всех, да. Совершенно верно, это то, кто сейчас никто не обсуждает, не обсуждает, все побаиваются. Да, побаиваются по той простой причине, потому что действительно вопрос такой очень-очень спорный, да, то есть тут наблюдается, что и внутри партии власти... той же «Единой России», и вот первые чтения в Государственной Думе это показали. Да? Законопроект был внесен Валентиной Матвиенко, председателем Совета Федерации, ну и плюс еще рядом сенаторов, и они все как бы представители «Единой России». Да? И вот депутаты, в том числе от «Единой России» в Госдуме, они так как-то напряглись. Да, то есть идет очень сильная такая дискуссия, и первые чтения это показали, что нет такой единой точки зрения на этот вопрос, в том числе вот партии власти. Однозначно против выступил только ЛДПР. Да, они выступили однозначно против. Ну, почему? По той простой причине, что они понимают, если эта графа вернется, у них результат достаточно сильно может упасть. Потому что на сегодняшний день, вот, когда идут выборы по партийным спискам, они к себе часть вот этих протестных голосов собирают. Да, как раз те, которые... пока деваться некуда, вот да, эти против всех, да, прорвы да, нет. Да, им вот никто только... не нравится, да, но вот, ну, лишь бы против «Единой России», вот они, ну, существенно отходят там ЛДПР, КПРФ, «Справедливый», да, и вот та дискуссия, которая пошла в первом чтении, она показывает, что вот вроде бы все поддержали, но опять начинаются вносить какие-то правки, изменения. В связи с чем? Все хотят вот выглядеть в, очень изначальном, да, в изначальном законопроекте там предлагается вернуть на все уровни выборов, кроме президентских. Да, плюс вот то, о чем говорили до этого, возвращаются одномандатные округа на выборах в Госдуму. И если посмотреть вот прошлый выбор до 2006 года, пока не отменили эту строку, то как раз в первую очередь очень сильно как бы кандидат против всех выступал всегда в одномандатных округах, там, где шли кандидаты. Да, вот по Рязанской области достаточно типичной была ситуация, когда кандидат против всех набирал по 18-19%, занимал второе место, да, второе и третье место. И на сегодняшний день, я думаю, все понимают, что вот, с одной стороны, возвращение этих одномандатных округов, с другой стороны, если вернуть вот это вот против всех, то могут быть ситуации в одномандатных округах, когда будет побеждать кандидат против всех. Да, то есть люди не будут выбирать кого-то, а будут выбирать вот этого кандидата против всех. И этого в том числе опасаются очень многие как бы в партии власти, и это видно, да, поэтому начинается вот эта дискуссия, что, ну, давайте вообще с федерального уровня уберем, вот оставим только местные выборы, там, да, оставим региональные выборы, там, облдума,
А на Госдуму тоже не будем. Угу. Вот не будем эту строку вставлять, потому что, ну, как бы опасно, да. Потому что тут могут быть как бы нюансы, могут быть варианты. И в первую очередь та же Валентина Матвиенко и автор законопроекта, они, их основная мотивация, зачем вернуть? Да, для того, чтобы в первую очередь понять, оценить уровень неудовлетворенности протестных настроений в том или ином регионе. И вот как раз следующие выборы в Государственную Думу по одномандатным округам, я говорю, и представители очень многих регионов понимают, что у них может победить кандидат против всех. Он может выиграть. И вот тут появляется опасность перед федеральным центром. То есть мы будем как бы выглядеть очень-очень так. Ну, понятно. Нехорошо. По-киевски, с этой точки зрения. Да, да. А что это? И могут возникать вопросы, там, в том числе у президента, у Путина. Да. А что это у вас там вдруг вот так в регионе? Почему население так вот проголосовало и победил кандидат против всех? Почему? Из-за чего такой уровень недовольства? Поэтому вот начинается такая дискуссия, пытаются вот эти правки, но пока было первое чтение, то есть неизвестно, что выйдет на выходе. Я думаю, что на выходе в итоге может получиться так, что эта строка вернется только на местный уровень. Да, то есть, допустим, на тех же губернаторских выборах тоже может быть ситуация, когда побеждает кандидат против всех. И тоже это в регионах понимают, да, и я думаю, будут бояться, будут пытаться как-то... Ну, вот на местный уровень, как обычно, спустят, и будут местный уровень, да, на уровне муниципалитетов будут вот говорить, вот у вас там непорядок, да. Еще, Александр, извините, перебью, еще один вопрос, который не принято задавать в, ну, так скажем, в российских эфирах официально. А не может ли быть, чтобы вот это вот против всех, да, и будет голосование, и что вот это вот против всех как бы встанет над всеми, против всех, и мы получим с вами киевский синдром, украинский синдром, да. Когда протестные вот эти вот массы, они выйдут, начнут делать свои катапульты, устраивать бог знает что, ну, то, что вот сейчас в Украине. Ну, да, я об этом и говорю, что это вполне возможно, реально, и в первую очередь вот в городах, в крупных городах. Что, да, по той же вот, если посмотреть по выборам до 2006 года, то, о чем я говорил, одномандатная округа, то всегда кандидат против всех там, был вторым-третьим в городе Рязань. Да, в то же самое время там, в Шиловском избирательном округе, 150-м так называемом, да, который включает вот, район и область, там кандидат против всех, он как бы не был силен. Ну, 5-7% максимум набирал. Да, то есть все-таки в селе люди как-то... менее склонны к протестам. Они более практичны. А в крупных городах, вот я говорю, в этом есть опасность. То есть, если взять, там, допустим, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, города-миллионники, то, ну, вот я абсолютно уверен, что там по одномандатным округам обязательно будет побеждать кандидат против всех. Потому что, ну, последние все, как бы, выборы в том же Екатеринбурге, где победил Евгений Ройзман. Вот я уверен, если бы был кандидат против всех... Да, мэром Екатеринбурга стал бы кандидат против всех, то есть никто. И вот эта ситуация, когда повторные выборы и опять побеждает кандидат против всех, повторные и опять побеждает, она вполне реальна, она возможна. Для политического триллера она, конечно, скорее, но теоретически-то она реальна? Нет, да? я думаю, что она не только теоретически, она и практически. Ну, практически в очень многих вот, крупных городах-миллионниках она как приобретает реальность. Поэтому, вот я говорю, в том числе и в партии власти, да, и в том числе обсуждение, первое чтение в Государственной Думе, они показывают, что очень многие очень сильно напряглись. Да, хотя понятно, что вот сам законопроект, который внесла как бы, председатель Совета Федерации, Валентина Матвиенко, понятно, что, видимо, предварительно все равно же это согласовывалось с президентом. Конечно, да, 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 в Кремле. И я думаю, в том числе вот президент Путин, он сейчас как раз отсматривает, да, смотрит вот эти обсуждения. Наш эфир. Да, и наш эфир. Вот эти обсуждения. А кто, собственно говоря, где, в каких регионах, депутаты каких регионов активно выступают как бы против, да, пытаются не пропустить этот законопроект. Я думаю, это тоже показатель для него. Большое вам спасибо. Обязательно встретимся, наверное, уже в следующем месяце. Посмотрим, как дальше будет развиваться наша политическая жизнь в России, в регионе. Ну и, соответственно, проекция идет из России в регионе. Я напомню нашим зрителям, что у нас в гостях был политолог, наш эксперт нашей программы, уж позвольте вас так называть и именовать, Александр Семенов,
Вы смотрели информационную программу телекомпании «Город 7 минут». До встречи.